сольных концертов. То есть я надеюсь, что Володя вот первая наша звездочка, которая играет сольный концерт. И я надеюсь, что другие последуют его примеру и тоже что-то подготовят. Володя у нас занимается, можно сказать, даже на трех инструментах, да, то есть он занимается вокалом отдельно, любит петь, и потом он пришел ко мне на флейту. Он играет на флейте всего лишь год. Вот вы оцените сегодня, что проделано за это время. Я считаю, что он молодец, занимается и уже хорошо довольно играет на этой флейте. Мы с ним этот концерт так и договорились, что он хочет играть уже на большой флейте, ему хочется развиваться дальше, поэтому это у нас такой прощальный концерт с этой блокфлейты. И еще он в этом году уже записался на общее фортепиано, и там тоже он делает успехи, и в конце прозвучат еще три миниатюры, которые он выучил на фортепиано. Он играет гораздо больше, но вот он выбрал на этот концерт. Я благодарю маму, папу за активное участие, которое приняли подготовки Володи, то есть все время созванивались, они помогали ему заниматься, контролировали. Это тоже очень важно, вот участие родителей, когда ребенок как бы быстрее ему, как бы со всех сторон помогают. Вот. И начинаем наш концерт. Первым прозвучит вокальное произведение Кришталева Зимонька, композитор Филипенко, слова Григория Бойко. Исполняет Самсонов Владимир. Подъем Наталья Анатольевна. Thank you.
Володя, переходим ко второй части нашего концерта. Он сейчас будет исполнять произведение на флейте. Это у нас большая. Приглашайте, Володя. Преподаватель Молчанова Елена Юрьевна, концертмейстер Попова Евгения Николаевна и наш солист Владимир Самсонов. Первым прозвучит произведение Вольфганга Моцарта «Вальс». Thank you.
Бренчичок, Бренчичок. Thank you.
выходные были на Голямонте, на Полянке по-русски. Thank you.
концерта прозвучат 3 произведения на фортепиано. Преподаватель по фортепиано Грабовская Надежда Анатольевна и наш сегодняшний Владимир Самсонов. Первым он исполнит произведение Кореневской «Дождик». Благодарю, что вы пришли к нам. Мы очень рады, что Володя, да, смог это сделать. Правильно? Молодец. Да. Молодец. Всем очень понравилось. Ты очень старался. У тебя все получилось. Там мелочи, это жизнь. А сколько лет, Володя? Совсем молодец. Сколько ему лет? Скажите, 8, пожалуйста. Да? 8? Моя жизнь. Умничка. Молодец. Года, Володя еще на 2 месяца меньше. Но все наизусть, вы же видите. Да, я думаю, Никиту тоже можно выпускать. Никита может тоже на 2 инструментах. Да, он не отстает. Поэтому действительно вокал у него. Пример. Вот наша первая, да, звездочка всех. Да. Молодцы, конечно, молодец. Я приглашаю всех, пойдемте у нас.